Так, дорогие друзья, мы сегодня все рекорды бьем, да? Это уже третий или четвертый, я уже не помню. Ну, я набираюсь опыта, начинаю делать быстрее, как бы хочется все больше и больше. Ну и вот сегодня вот такая вот деталюшка от катушечки, которую мы делали, самокат на такую в детстве. Вот сейчас решил сделать ее. Ну, тут есть пара моментов, которые довольно-таки интересны. И я их сейчас вам покажу. Так, это мы сейчас уберем, это уберем, это уберем. Все. Так. Вот таким образом. Так, есть. То есть мы сейчас возьмем с вами линию и сделаем такую вот катушечку. Да? Делать ее легко, потому что мы знаем, как ее делать. Так, так и так. Где? Чуть попозже. Сюда вот так. Так, окей. Потом мы это дело все. Здесь есть функция специальная. Вот такая. Скажем, что посередине вот это. Окей. Только изменим цвет. Вот так. Все хорошо. Ну и здесь мы создадим зубчики. Это надо убрать. Револьвер, да? F. Ну-ка сейчас. F. Red. F. Red. Skip. F, она у нас для того, чтобы вызывать другие команды, которых нет здесь. Вот почему-то она не хочет вызываться. Ну-ка, Solid. Сейчас попробуем F. Red. Вот так. Вот, удалилось. Прекрасно. Ну а далее нам с вами надо сделать такую штуку. Так. Еще раз.
Подвинем вот сюда. Ну, это совсем никуда не годится, потому что мы с вами не находились. Эту курву уберем. Мы с вами должны находиться ровно. Вот сюда зайдем, да, и повернем ее. Повернем на сколько это градусов? 90. Скажем, окей. Нет. Вот так. Сейчас все выделим. Тогда будем крутить, как хотите. Не, 90 градусов. 90 градусов. Окей. Теперь она ровно встала. Так, а теперь мы еще должны ее подвинуть. Почему-то мы ее сдвинули, непонятно. Вот так. Ох ты. Вот так. Окей. А, далее. Дальше все просто. То есть мы берем с вами вот это вот. Так. Так и так. Ну, сделаем скос. Скос нам надо сделать. Вот такой скос, допустим, да? Окей. Потом выделим. Это что такое? Так. Что-то нарисовали лишнее. Так. И скажем, давайте-ка мы вот как с вами поступим. Нам нужен mirror. Вот сюда. Вот, отлично. Далее все выберем. Нет, окей. Ну что такое? Издевательство какое-то. Так. Вот так. И теперь еще раз скажем mirror. Alt X. Вот сюда предложим ее так. Ну, естественно, это с этой мы должны соединить. Это йод. Все. Ну-ка проверим. Не знаю, мне кажется, она не соединилась. Все, вот теперь, да. Йод. Далее поступим следующим образом. Любимые мои команды. Array. Сюда. Так, теперь, как я сказал, любимая команда. Покажем ей центр, вокруг этого будет вращаться. И смотрим, сколько нам нужно таких эрейчиков.
Ну, предположим, вот так. Да? 17 или 18, неважно. Окей. Так, и это мы сейчас соберем в один. Root 2. То есть мы скажем, что это у нас зубья, да? Зубья. Так, а дальше, значит, так. Выбираем саму solid. Solid выбираем. Есть. И выбираем. Говорим good. Good. И говорим вот здесь еще. Alt. Нет. С этим всегда проблемки. Теперь C. Так, видим, что вот здесь какая-то ерунда ненужная нам совсем. Убираем. Вот так. Вот. Так оно будет душевнее для нас. Теперь выбираем. Говорим, что... Radial Array. Вот посередке. И ставим 12, наверное. Это маловато. Вот 16 будет аккурат, да? Окей. А далее действуем так. Собираем это все в группу. Вот она, группа, да? И теперь следуем следующему правилу. То есть, нет. Вот. Выберем solid. Давайте мы сразу это подымем тоже тут. На ялке. Так. Вот так, так, так. Так. Вот так, да? Теперь мы выберем вот этот solid. Скажем C. Выберем вот эту группу и говорим окей, видите, какие вот тут пробоины такие, окей, вот, ну и естественно удаляем теперь все эти. Еще раз мы идем с вами. Я все никак не могу запомнить, как это делается. Это Alt. Так, да? Нажимаем букву S. Хорошо. Теперь говорим, что вот от этого вот до этого пробой. И говорим окей. Говорим, Enfin. Все. Вот теперь все правильно. Вот видите? Так
такая замечательная штучка получилась. И мы ее еще сейчас покрасим красной красочкой. И будет чудная такая шестереночка двойная, да? Отлично. На этом закончили. Стоп. И еще, дорогие друзья, мощи моего компа не хватает на то, чтобы справиться с этими с фасками. Поэтому мы сделаем сейчас с вами вот так. Выберем только вот эту половинку сначала. Скажем B. Здесь дадим такое 0, минус 0, запятая 0,33. И то же самое здесь. 33. Говорим окей. Того мы получили хорошую фаску, да? Ну и то же самое делаем здесь. Вот так. Так ей легче будет. Мой софтвер. Еще раз B. Так опытным путем пришел к тому, что вот это самое мне нравится, которое 33. Запомни на всю жизнь. Окей. Вот. Хорошо выглядит это.